Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлива. Уксавитек предлагает поменять старую квартиру на новую. Строительная компания, одной из первых в городе, предложила своим клиентам воспользоваться программой Trade-in. Теперь подробнее о том, как это работает. Во-первых, вам нужно выбрать новую квартиру на сайте www.uksavitek.ru и заключить договор с застройщиком. Внести необходимо всего 15% от стоимости квартиры. Потом, после предварительного согласования оценочной стоимости жилья с аккредитованным риэлтором, исходя из рыночной ситуации, состояния объекта и сроков реализации, клиент может сдать его в обмен на новостройку. Стоит отметить, что на период продажи вторички, который составляет не более 3 месяцев, застройщик фиксирует цену ваших квадратных метров. Все заботы по продаже вторичной недвижимости риэлторы Уксавитек берут на себя. Юридическое сопровождение, оценку, подбор покупателя, регистрационные действия и другие. Таким образом, заключая эксклюзивный 3-сторонний договор на продажу квартиры в рамках Trade-in, вы получаете отличную возможность произвести сделку максимально быстро и на выгодных условиях. Вам не надо брать кредиты или платить вознаграждение риэлторам. Получить более подробную информацию можно по адресу Октябрьский проспект 2А или по телефону 205-701. Выбрать планировку понравившейся квартиры можно на сайте компании Уксавитек. Дайджест недвижимости. Почти 30 тысяч кировских семей получили субсидии на оплату коммуналки. Из областного бюджета на эти цели потратили более 584 миллионов рублей. Это на 92,5 миллиона больше, чем за этот же период прошлого года. Это отмечают в Министерстве финансов. Увеличилось и количество получателей на 1641 семью. Всего же субсидии получили 29 304 семьи. Дайджест недвижимости. Кировская региональная ипотечная корпорация порадует новогодними подарками. До конца года осталось всего пара месяцев. Это время считается сказочным, богатым на сюрпризы и радостные события. А вы бы хотели отпраздновать одновременно два праздника – покупку квартиры и Новый год, да еще и получить подарки. Тогда предложение от Кировской региональной ипотечной корпорации точно для вас. В офисе Крика можно купить квартиру по цене застройщика, оформить выгодную государственную ипотеку и воспользоваться социальными программами. А для создания праздничного настроения ипотечная корпорация дарит всем покупателям квартир большую елку с игрушками. Встречайте Новый год с новой квартирой и получайте подарки от Крик. Узнать подробную информацию можно на сайте 251010 и на сайте ипотека43.рф. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.